В стране выздоровели и выписаны из больниц без малого 66 тысяч пациентов, которые успешно побороли коронавирус. С начала пандемии зарегистрировано 69 102 человека с положительным тестом на COVID-19. Проведено 1 384 026 тестов. Эти данные приводит Минздрав. Десятки больниц по всей стране, которые ранее были отведены под борьбу с COVID-19, вновь принимают профильных пациентов. Среди таких учреждений и Республиканский центр реабилитации в Оксаковщине. С 1 апреля клинику перепрофилировали. За 4 месяца больница приняла свыше 2500 коронавирусных пациентов. Сегодня медучреждение полностью чистое и работает в привычном режиме. Здесь поправляют здоровье после инсульта и инфаркта. Самое главное – это здоровье наших граждан. Поэтому эта ситуация очень позволила нам и обновить знания, и приобрести новые знания, которые в дальнейшем, я считаю, что будут очень важны в лечении пациентов.